Думская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Как говорят, в особенно снежную зиму в Одессе, весна покажет, кто неправильно выгуливал собак или кто некорректно выбрасывал мусор. И вот действительно, снег сошел, и мы видим, что на улицах города не так чисто, как хотелось бы. А впереди сезон, туристический сезон. Собственно, о том, насколько Одесса чистая и как бороться с мусором, который остается на наших улицах, поговорим с нашим гостем Анжелой Любчак, гражданская активистка. Анжела, здравствуйте. Здравствуйте. Анжела, честно говоря, проблема мусора, она состоит из двух частей, точнее, из трех. Первое – это, собственно, собаки. Второе – это, собственно, люди, которые не знают, куда нужно утилизировать то или иное, и бросают мимо всяких контейнеров. Ну и третья проблема – это сами мусорные компании, которые очень плохо, на мой взгляд, и на взгляд многих одесситов, обслуживают свои контейнеры. Это все так. Да, это действительно. На сегодняшний день это очень большая проблема нашего города. Вот мы каждый день выбрасываем мусор, и мы не задумываемся, куда он девается дальше. Одевается он где-то там, в дальницких карьерах. Ну, вроде как все, что есть у нас дальницкие карьеры, он где-то девается, но то, что он там может 500 лет лежать и не разложиться, и все это уходит в атмосферу, никто из нас об этом не задумывается. Это должно быть на уровне городских властей, должен быть какой-то создан проект, обязательно должен быть мусороперерабатывающий завод. Это мое личное мнение. Вы знаете, о заводе говорят, вот, сколько я сказала, каждый приходящий мэр обещает построить в Одессе мусороперерабатывающий завод. Но мы видим, что никаких подвижек в этом вопросе нет. Каким-то образом общественность может давить на власть, чтобы изменить эту ситуацию? В нашем городе, понимаете, что люди, многие люди, вот среди которых я общаюсь, и мамы в школе, и мои подруги-активистки гражданские, вот, они все уже перешли к тому, что они все дома сортируют мусор и находят людей, которым они потом сдают этот мусор. Простите, либо за давайте деньги, мы разберемся, на либо какие так далее. Категории они его сортируют? Я прямо сейчас буду отвечать. На какие категории? Пластик под бутылка, бумага, это самое такое, что можно везде сдать, и полиетиленовые пакеты. На сегодняшний день... А пластиковые пакеты – это не один вид мусора? ПЭТ-бутылки – это одно, а кулечки упаковочные, вот прозрачные, которые тянущиеся – это совсем другое. То есть, понимаете, есть уже люди, которые сами, они собирают, они накапливают, они знают еще, куда сдать. У нас нету во дворах там сортировочных баков, куда мы можем это все. Поэтому люди сами думают, куда же это подевать дальше. Но это мы говорим о более глобальных вопросах, но есть более насущные. Когда мы выходим из подъезда, к примеру, или идем по улице, как вы оцениваете состояние наших улиц, если мы говорим о мусоре? Вот, в принципе, картина та же, что происходит у нас из года в год. Понимаете, я каждый год весной начинаю это все снимать на свой фотоаппарат, на телефон, на планшет. Иду по городу с ребенком, растаял снег, гуляют у нас барышни там с собачками, там и мужчины, и дети. За собачками не убирают. Когда снег растаял, значит, мы видим то, что мы видим. И самое обидное, что наши дети дышат этим и гуляют в этом. Ну и не только дети. Люди, которые страдают аллергией, они тоже от этого страдают. Они я не понимают, что раз, это... Плюс еще плохо улицы убираются в некоторых местах. Пыль. Очень плохо они убираются. Серая пыль – это самое опасное, что из города. Я говорил много раз, и сейчас напомню, что она более чем на 60% состоит из, к сожалению, высушенных фекалий животных. Вы знаете, что хочется город помыть. В некоторых местах. Вот просто идешь, а хочется его помыть. А в некоторых странах так и происходит, кстати. Понимаете? Вот мы даже вчера с ребенком шли через Горсад, и мне хотелось в некоторых местах его подраить. Казалось бы, самый центр Одессы. Центр Одессы. Клумбы еще там не убраны, понимаете? Я у себя во дворе уже свою клумбу убрала, там еще не убрана клумба. То есть вот как там все это после снега прилипло, все эти растения, а их уже нужно убрать тут же. Снег сошел и нужно привезти. Это лицо города, это центр. Туда, кто не приехал, все бегут куда? На Дерибасовскую. Тогда возникает вопрос, извините, если у нас такой много, центр, что на окраинах. Да, у нас много в Одессе таких мест, которые могут посетить люди. Но иногда хочется, чтобы они лучше туда не ходили. Потому что они могут увидеть то, что не нужно увидеть. То есть это не убранные альтфаторы,
иногда не вовремя. Во-вторых, не во всех местах они моются, эти альтфатеры. Хотя есть такое указание, что якобы ЖЭКи там, и другие организации. Но есть регламент, они должны сколько мыть. Раз и когда да. должны мыться альтфатеры с моющими средствами, да. специально дезинфицирующими. Потом еще такая проблема, что альтфатеры как минимум должны закрываться. Понимаете? А у нас крышек. Никто их не закрывает. И поэтому, когда малейший ветер, а в Одессе ветер постоянно, фактически, этот мусор разлетается везде. Как бы дворник не убрал, к примеру, если альфатор полный, мусор весь разлетелся тут же. Понимаете? Проблема дворов некоторых, понимаете, дворники, я заметила в последнее время, они все-таки стараются убирать, боятся за свое рабочее место, потому что сейчас их и сократили, объединили ЖЭКи. Они стараются, но они ничего не могут сделать с человеческим фактором. Это еще одна проблема. То есть человек не донес мусор, идет по дороге, что-то бросил тут же. Это нормально, это у нас норма. То есть это вектор в голове у человека должен повернуться, тогда будет чисто. А можно ли поменять вектор в голове человека? И что должно произойти, чтобы люди исправились? Ну, вот в смысле выброса бытового мусора прямо здесь и сейчас. Ну, честно говоря, это очень сложно. Вот у нас вот действительно вот в этом отношении люди должны и своим детям об этом говорить, понимаете? Они должны детям подавать пример. Но если мама сидит в парке, пьет пиво, бросает пакет из-под чипсов рядом с мусорным этим самым баком, лускает семечки, курит сигарету, бросает тут же, понимаете? Ребенок рядом с ней гуляет, он делает то же самое. Люди почему-то стесняются сделать вот замечание. Вот я вижу, я всегда подойду и сделаю замечание. Ну, у меня такой характер. Ну, вот не знаю. Ну, вы знаете, я несколько раз делала замечание, мне в ответ нахамили. Ну, бывает такое. Бывает даже не такое. Бывает очень нахамят. Я вам скажу, что у меня был даже случай. И, соответственно, в голове идет переключатель и сразу говорится, зачем оно мне надо? Зачем портить себе настроение и делать кому-то замечание? Я не мусорю? Нет. Я буду отвечать за себя. Вы знаете, так получилось, что мой ребенок, которому 8 лет было в прошлом году, сделал замечание взрослой тете. И она сказала, ваш ребенок хам, научите его общаться с взрослым человеком. А ребенок сказал, тетя, здесь нельзя гулять собачка, вы должны за ней убрать. Почему ваша собачка здесь гуляет, гадит и еще без намордника? Вот что сказал мой ребенок. Я скажу, что сегодня я была удивлена, у нас здесь на Канатной проходила женщина с собачкой, собака сделала свои дела непосредственно на асфальте, она достала бумагу, убрала за собакой и пошла дальше. К сожалению, такое видишь очень редко. Анжела, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, наши корреспонденты подготовили, они прогулялись по центральному улицам Одессы, даже не заходя на околицу, увидели, в каком состоянии находится улица города. Давайте посмотрим вместе. Карантинный спуск находится в центре города, однако с чистотой и опрятностью здесь большие проблемы. Нога коммунальщика на это место не ступала уже давно. Свалка на руинах двора со стороны Девалановского спуска растет на глазах у местных жителей и прохожих. Еще в начале февраля мэр Одессы поручил заняться благоустройством территории карантинного спуска и создать для этого рабочую группу. Чиновники даже говорили о превращении спуска в туристическую достопримечательность, однако ВОЗ и ныне там. Мусорная свалка только продолжает увеличиваться. Еще один проблемный участок – улица Генуэзская, ведущая в Аркадию. Здесь по всему периметру идет строительство, отходы от которого продолжают заполнять улицу. По словам местных жителей, мусорная свалка здесь находится уже давно. Уже в течение полугода такое состояние. Печально, конечно, скоро сезон. С строительством связано и, в общем, с менталитетом нашего народа. Как бы прошел, бросил. Некоторые стараются убирать за собой, однако отмечают, даже коммунальные службы после проведенных работ оставляют за собой мусор. Там и строительный мусор, и вон бумаги валяются, тоже туда все сносят. А там, о, зелентряст, зарубил, бросил дерево. И так все осталось. Аркадия – самое знаменитое среди туристов и горожан место для отдыха возле моря. Однако и здесь не все чисто. Кроме мусора, на песке также можно заметить и отходы от строительных материалов. Их оставляют после ремонта многочисленных летних заведений. Ой, за чистоту не говорите. Здесь почему? Грязно. Грязно. Порядка никакого нет. Только ломают, да это для богатых только. Здесь перемешалось песок, мусор, люди, голуби. Не знаю. Уныло все выглядит. По словам общественников, проблема не только в плохой работе коммунальщиков, но и в менталитете горожан. Тем не менее, это не снимает ответственности с городских властей. Если вечером прийти в сквер Старобазарный или сквер, который сейчас Преображенский,
его там что-то начали реставрировать, но я там еще не вижу больших преобразований. То есть там все в бомжах, которые делают то, что они делают. То есть продолжают там туалет себе устраивать, мусор притаскивать, ну и люди еще добавляют. То есть это ужасно, понимаете? По таким улицам страшно ходить. В свою очередь представители муниципалитета уверяют, заниматься уборкой улиц обязательно будут. И обещают провести все работы. Уборка мусора – это регулярная работа. Просто иногда для того, чтобы убрать вот это, как генеральная уборка, проводятся субботники. Все это они будут проводиться. Каждый год это делается. Из этого ничего не останется без невидимым. И в парках будут убирать, и в скверах, и на побережье, и в городе. Роман Семенов, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Интересная прозвучала фраза. Проводятся субботники. Кем проводятся? Я не помню. Мне кажется, что практика субботников в целом неплохая, если жители своего дома переживают об этом. В центре города, но это делали общественники, а не городские власти. Так вот какое отношение имеют городские власти? Я поэтому и спрашиваю. Вы понимаете, что иногда, когда инициаторами субботников становятся люди во дворе или инициаторы, которые, активисты, которые гуляют в парках и скверах, и они вдруг, тут же находятся из наших властей люди, которые примыкают и потом как бы себе делают пиар и так далее. Но это они, знаете, это уже нормально. Говорят, мы предоставляем лопаты, грабли, метла, да, значит, мы организовали. Да. Но еще такой мне вот понравился там пункт, что типа будут убираться и так далее. Но они, такое ощущение, что они живут на Северном полюсе. В Одессе весна начинается очень быстро. Вот сегодня уже должно быть убрано. Ну и те горы мусора, которые мы видим, они не за один день накопились, давайте то будем честными. То есть эти парки, скверы, они должны быть уже убраны. И была такая ситуация осенью, когда листва опалая лежала, и уже перед снегом ее сгребали. То есть листья они собирали, горзелентрест или там еще, они собирались все вместе, приходили, и тут же на следующий день пошел снег. Вот у нас в Старобазарном сквере было так, сегодня убрали листья, завтра пошел снег. Я говорю, какое счастье, что они успели их убрать. А до этого там гуляли собачки, слава богу, никто не видел, и в этой же листве бегали дети и пачкались. То есть это нормально. Вот, каким образом можно бороться с этой ситуацией, если мы видим, что инициативы от коммунальных служб, инициативы от мэрии нет? Да. На сегодняшний день я бы сказала, что такие структуры, как городской департамент коммунального хозяйства, наши все ДЭЗы, фонтанские, портофранковские и так далее, они работают в полоборота. Можно сказать, что они не работают. Они просто сидят и отписывают людям, гражданам Одессы, письма, которые те пишут с жалобами. Из того, что там из жалоб и просьбы выполняется, если 1 или 2%, это хорошо. Это уже если там уже нажали, прижали, или уже все, что-то обвалилось, что-то разрушилось, туда уже бегут и что-то начинают делать. Вот. Я бы не сказала, что там денег нет. Деньги есть. Я уверена, что на самом деле для есть. Уборки не такие, понимаете, большие деньги нужны. Нет. Просто нет организации. Просто нет организации. Потому что, допустим, такое, как уборка детских площадок во всех скверах и парках, почему-то все вот они убирают, они могут даже на детскую площадку не зайти. То есть если даже они выгребли с этой площадки мусор, то они там ничего не починят. Это не в их компетенции, как они говорят. Горзелентрест и парковое там еще какое-то хозяйство, и там еще какой-то спорт и отдых там есть организация. Горзелентрест тут показывают сейчас у нас. Это не в их компетенции, они не могут чинить. Они ветки не убирают за собой, то есть они подрезают, нет, ветки не уносят. Зачем? А это не их компетенция. Вы понимаете, осенью ездила в Фонтанский ДЭС, это был октябрь или ноябрь, уже холода. Отвозила там документы и обратила внимание, при том, что я не раз осенью туда ездила, рядом там находится на Французском бульваре детская площадка. На этой площадке, вот в круглой такой штучке, спал бомжик, куча листьев, куча собачьего всего остального. Ну и не убранная она, просто не убранная эта площадка. Понимаете, рядом Фонтанский ДЭС и рядом еще ЖЭК с Фонтанским ДЭСом. Вот это, а что тогда уже хотеть тем, на самом деле сейчас проблема в том, что они не могут определиться, в чьей это компетенции, кто должен за это отвечать. Ну вот мы видим, к примеру, улица Генуэзская, которая была у нас в сюжете.
Окей, договорились, идет строительство масштабное. Неужели городские власти не могут прописать таким образом договор с застройщиком, чтобы застройщик убирал территорию, которая примыкает к территории строительства? Это должно быть оговорено. Это должно быть оговорено. Это не только на Генуэзской. Посмотрите, возле привоза там строительство идет. Все, что весь мусор, который из-под забора, он просто выталкивается на пешеходную зону и на проезжую часть. То есть они не убирают. Они тут убирают и тут же делают грязь. Так не должно быть. Понимаете, не должно быть. То есть у них должен быть какой-то договор, вплоть до штрафов, что если они не будут за собой мусор этот убирать, значит, они будут оштрафованы. И вообще штрафы должны быть у нас как должное. Вот тогда люди наши будут бояться. А я вам скажу, что штрафы на самом деле есть, просто они не взимаются. Не взимаются. Размер штрафов настолько мизерный. Но я вам скажу, что если человека будут штрафовать, выписывать админ-протокол, да. Админ-протокол можно выписать как на месте, а можно еще потащить в участок, как говорили раньше. В Одессе, то по большому счету человек в следующий раз подумает. Да. Может быть, и сумма штрафа не такая, но самая позорная ситуация, вот, в которую он может попасть, может его остановить. Стоит ли, вот сейчас мы знаем, что в Одессе есть программа, по которой будут ставиться полицейские посты большие на улицах, может быть, вы слышали об этом, стоит ли ужесточить контроль за соблюдением конкретно вот, выброса мусора индивидуально каждым человеком? Естественно. Потому что бывают такие ситуации, когда люди делают ремонт в квартире и выносят полностью этот строительный мусор и загружают весь отфатер. Естественно, другие люди приходят и кладут мусор где? Возле отфатера. К слову, запрещено выбрасывать строительный мусор в отфатер. А такое у нас в Одессе зачастую. Если, допустим, есть какой-то рядом где-то жилой зоны магазин там, или еще что-то, они выносят все свои коробки, пластик и все, что есть, и туда же в этот отфатер. Этого не должно быть. Они сами должны это увозить и утилизировать, а не заполнять этим. Их нужно за это штрафовать. Если есть такая говоря, статья, индивидуального предпринимателя есть договор с мусоровывозящей компанией. То есть они имеют право отдавать этой мусоровывозящей компании свой мусор, даже если он не профиль. Если у них есть индивидуальный альтфатер свой. Подождите, они не могут не иметь, потому что индивидуальный предприниматель или вообще бизнес любой, который где-то находится на территории города, арендует, либо находится, он обязан на старте документов всех предоставить как раз конкретный договор с мусоровывозящей компанией. Это продумано. Это не всегда выполняется. Очень мало есть. Я видела, встречала, когда, допустим, ты идешь и закрытый на замке. Почему? Потому что это вот к определенному кафе относится, отфатер и так далее. Но и много таких случаев, когда стоит рядом супермаркет большой, да, и он бросает в тот же альтфатер, где пользуются люди жилого дома. Это у нас тоже нормально. А почему бы и нет? Понимаете? Кто должен заниматься контролем, на ваш взгляд? Контролем? Ну, должна какая-то структура быть в городе, понимаете? Есть настоящая какая-то структура? Даже, допустим, в том же Зелентресте или в дорожное хозяйство, или где там, должна быть какая-то команда, которая будет вот этим заниматься, понимаете? Потому что, просто общественники не смогут это сделать. Даже если собираться регулярно на какие-то субботники, вы понимаете, что ситуацию это не спасет. Это не спасет ситуацию. Понимаете, вот еще такое замечание, что наш город должен быть чистым не только летом. Он должен быть чистым круглый год. Вот те же пляжи, которые показали с мусорными пакетами, ведь там же на лето арендуют, там есть хозяин, который будет продолжать и на следующее лето работать. Верно, и? Так он должен свою территорию убирать круглый год. Или делать, чтобы она была чистой. Мы сделали, собственно говоря, рейды по пляжам, да. И в зимний период времени владельцы вот этих вот территорий, арендаторы, да. Они просто используют пляжную территорию как они некий склад. Они используют не только пляжную, они используют и склоны, и все что угодно. И склоны на сегодняшний день тоже очень засорены. Склоны – это вообще отдельный вопрос. Да. Кто должен там контролировать ситуацию? И мусор всыпается, и не сжигается, и не обрезается, и не убирается. Это просто кошмар. Ну вот мы находимся в патовой ситуации. Как из нее выходить? Что делать? Пикетировать мэрию? Подавать запросы? Ну, вы знаете, пикетирование – это не выход. Просто там наверху должны, наверное, все-таки прислушаться к общественному мнению. Но не прислушиваются, вы же видите. Прислушаться и сделать что-то, наконец, то. Потому что будут уже волнения по этому поводу. Но нельзя так город убивать. Это наше лицо.
понимаете? Вот стыдно. Даже у меня родственники приезжают, другие люди вот приезжают. Вот даже я иду иногда, я слышу, как туристы идут там и говорят, ой, как грязно где-то там в районе. Это туристы, что не были в Париже, которые славятся своей грязью. Неважно где. Вот с ребенком буквально сейчас, вот были у моря тоже, вот видели ту же самую картину, понимаете? Ту же самую картину. То, что сейчас вот показали. То есть, ну, что с этим делать? Либо, ну, я не знаю, контролировать еще те организации, которые должны заниматься уборкой. Либо или контролировать те, которые контролируют тех, кто занимается да, уборкой. Да, либо, ну, вот самый оптимальный вариант – это штрафовать тех, кто ответственный за данную территорию, наверное. Те же, допустим, или ЖЭК, или кто там, или Зелентрест. Вот они ответственны за этот кусок, почему они его не убрали, понимаете, там, вовремя или так далее. Ну и людей нужно штрафовать за то, что они мусорят в общественных местах. Людей, конечно, человеческий фактор у нас зашкаливает прежде всего. Потому что у нас люди, куда мы повезем, мы вот там вывезли какой-то хлам из старого дома там, или что-то чиним, значит, вот там есть свалка, мы туда повезем и выбросим. А чего туда бросать, зачем? Вы понимаете, тут одно цепляет другое. Когда человек идет, это принцип разбитых окон, он видит, что на улице грязно, он бросит обязательно там бумажку. Потому что все равно грязно, смысл? А таким образом, я только что, дама, понял, что можно подвести черту под нашим разговором, такое итого. И вы совершенно правильно подвели главную мысль, они сейчас пересекутся. Если в доме плохой хозяин, если в доме хозяин грязнуля, если хозяин своего дома плохо следит за домом, то все остальные воспринимают этот сигнал, как «бросайте, здесь все равно никто не убирает». К сожалению, так оно и есть. Будем надеяться и работать над тем, чтобы действительно Одесса стала чище. Благодарю вас за то, что нашли возможность прийти сегодня к нам. Анжела Любчак, гражданский активист, была нашим гостем. Мы передаем слово Ксении Терзи. Она расскажет о том, что происходит в городе в эти минуты. После вернемся, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.